Ну, это рамочки. Рамочки. В чем интерес этой рамочки? Полимерная рамочка. Интерес. Сделана из качественного пластика пищевого. Работает, например, я работаю как с обычной рамкой. То есть наващивается. Открываем защелки. Можно даже защелки, пластик качественный, они не ломаются. Трескаются. Снимаю, ну я снимаю сверху и сбоку рамку напополам. Рассоединяется рамка, да, и просто ващина вставляется, да? Внутрь ващина. И закрывается дальше этими же защелками. Зацепил. Это зацепил, я знаю. Вот так, да? Внутрь ващина ставим пчелам. Повторюсь, я использую как обычную рамку, но наши клиенты ее покупают под сотовый мед. Что они делают? Они вот ее защелкнули ващину, пчела ее закрывает полностью, то есть без этих промежутков. Закрыла полностью, мы берем что-то такое, ну может не сильно острое, или там, нож толстый, гвоздь, шило, иголку. И ломаем сот по периметру квадрата, этих соединений. Да? Да. Поломали сот, все потекло. Все потекло на ночь обратно в улей. Пчела высушила. Достаем, вырезаем, ничего не течет. В контейнер. И вот ребята уже на выходе продают сотовый. Ну, с этих рамок. И все развиваются. Так, а вот это.